52 килограммов. Второй полуфинал. Судья международной категории тоже очень интересный поединок нас ждет. Ну, вообще все полуфиналы интересные. Первый стол Шишенин, второй Аскеров. Но тут будет крайне неуступчивый два боксера. Губатаев. И в красный угол ринга добро пожаловать. Боксер, представляющий Новосибирскую область и Республику Крым. Ахтем Закиров! Ахтем Закиров. Победитель чемпионата России по боксу среди молодежи 19-22 года. Смотрели мы с первых поединков за этим парнем, следили в его очень интересной силовой манере. Крымскую школу бокса. Ну, представляет? Крымская школа бокса в данном случае больше походит на профессиональную, да, такую манеру. Мы видим сейчас тоже плотно взбитые, плотную стойку такую перекрытую. Большое количество уклонов, нырков и все время движение вперед. Вперед, вперед, вперед. Да, вперед, да, вперед, вперед, вперед. Вот эти боковые удары, да. Наверное, даже где-то сейчас будет для него один из самых сложных поединков для Ахтема Закирова, потому что оппонент у него тоже, прям скажем, максимально титулованный. Сейчас мы увидим на ваших экранах, это будет Вадим Кудряков, двукратный чемпион России. Ринга приглашается его соперник, представляющий Республику Крым. Из Симферополя Вадим Вадим Кудряков, крымчанин. В общем, представители одной школы бокса встречаются. Вот он, Вадим Кудряков. Дважды уже выигрывал золото чемпионата России. И, как говорится, Бог Троицу любит и стремится. Ну, здесь у него, конечно, будет, если он сейчас победит, конечно, этот поединок в финале, Егоров Василий, а там... Ну, тем интереснее будет финал. Очень интересно последить сейчас за Закировым Ахтемом. Красного ринга Ахтем Закиров, Новосибирская область, Республика Крым. В синем углу ринга Вадим Кудряков, Республика Крым, город Симферополь. Четвертый поединок, весовая категория до 52 килограммов. Бой за выход в финал. Четвертый бой Кудрякова уже на турнире. Да, в первом туре не боксировал, Ахтем прошел сразу на второй. Слушаем команду. Ну, разница у них в возрасте не критическая. Бокс! Сразу. Закиров вперед, да, Закиров сразу. И ведь хватает его в такой подобной манере боксировать вот всю дистанцию. Такой еще запас у него есть. Но Кудряков хорош, наверное, на любой дистанции. Ростом он повыше. Но не факт, что будет двигаться. Хотя сейчас вот мы видим, как демонстрирует нам хороший контроль дистанции. Но Закиров умеет прилипать к оппоненту. И сейчас хороший правый, прямой правый. Очень хорошо на ногах действует Закиров Ахтем. Передвигается на уклончиках, на нырках. Все время рядом, да? Режет угол. И для него, если посмотреть на и внимательно его бокс, нету такого понимания, как левосторонняя или правосторонняя стойка. Да, вот он четко стоит во фронтальной стойке. И когда режет угол, хорошо меняет ведущую ногу. То правую, то левую. Ну да. От положения работы. Хорошо сейчас придерживал его. Кудряков пробивал правой рукой. Закиров прихватил его руку, развернул. Очень сильный физический Ахтем Закиров, конечно, боксер. И вот не отпускает, да, с дистанции. Не получается разорвать как следует на ногах Кудрякова. Хотя, с другой стороны, может быть, он и не будет пытаться, попробует работать в манере своего оппонента. Ну, тогда ему надо просто почаще бить навстречу, останавливает, да, вот эти выпады. Стоп! Стоп!
Надо почувствовать вот тот момент, когда Закиров подходит уже на свою удобную дистанцию, и в этот момент чуть-чуть его опережать каждый раз. Очень быстро делает это Ахтем Закиров, но еще а он делает да, очень быстро. И да. очень грамотно, все время убирая голову, заставляя промахиваться своего оппонента. Снова перехват, два боковых от Закирова. По корпусу, лево по печени, лево в голову. Ох ты, здорово сейчас. Да, прокрестил. Левый снизу, да. да, боковой правый, левый снизу. Великолепно. Корпус, по корпусу, да. Да, вот концовочка. Да, 30 секунд до конца первого раунда остается. Совершенно непонятно, за кем здесь раунд, друзья, но... Ну, Закиров очень неплохо. Последняя минута за Закировым, безусловно. Двойку резкую наносит Кудряков и тут же пропускает его боковой. Двойка была по блоку. Великолепный раунд проводит сейчас Закиров Ахтем. Будем следить дальше. Красному углу ринга готовится к продолжению полуфинального боя. Мастер спорта России Ахтем Закиров. Новосибирская область, Республика Крым. Боксер 1998 года рождения. Входит в состав молодежной сборной России до 22 лет. Счет боя на линии не ведет. Он чемпион Южного федерального округа. Победитель первенства России среди молодежи до 22 лет в Нальчике в 2019 году. Тренируется под руководством Ивана Вагнера и Елена Сейтасманова. Первый тренер Ридван Абдураманов. А вторая половина, есть все на нем. Все на нем, все на нем. После атаки не зависай там. Атака, атака, защита, защита. Ты понял? Секунданте за ринг. Второй раунд. В перерыве Закирову сказали, чтобы он и во втором раунде, в середине, во второй половине прибавлял, да, вот как он сделал в первом раунде. Это очень влияет на картину поединка, конечно. Очень влияет на судей, когда боксер просто вот начинает увеличивать темп. И потом, если он очень здорово функционально готов, то всегда преимущество получает в этот момент, да? Да, великолепно снова соперник чуть-чуть да. начинает подсаживаться, уставать чуть-чуть, а ты, если можешь прибавить в этот момент, то очень важно. Ну и плюс, конечно, это очень сильно деморализует, когда ваш оппонент на вас идет, идет, идет постоянно, как это делает Ахтем Закиров. Да, низковато сейчас ударил. Больше бей. Низковато Кудряков пробил. Ну вот мы видим, как великолепно получается у Закирова убирать голову от ударов. Он мне напоминает такого маленького Майка Тайсона. Ну, похоже, согласись, Борис Сергеевич. Ну да. Снова. Возникает небольшая пауза. Вперед идет Закиров Ахтем. Пытаюсь сейчас контратаковать, конечно, Кудряков. А все время перчатки на месте. Да, потому что... Контратака, и, как правило, по блоку бьет соперник. Хорошо, хорошая серия крестами снова от Закирова. Не получается такая работа в ближнем бою, схожая у Кудрякова. И держать. Ему бы, конечно, подвигаться сейчас, но хорошо очень пространство забирает Закиров. Ну очень что, грамотно режет. Согласно, да. И согласно советам тренеров, сейчас должен еще прибавить. Оп, и все. Да, спрятался и сразу отвечает. Свел перчатки, все. И, казалось бы, хороший правый прямой. Остановился на блоке. Ну вот мы видели, да, здесь несколько манер боксирования, в том числе и на челноке классической, как вот работал в категории 49 килограмм Сканян Володя. И вот совершенно другая работа на ногах, да, вот сейчас у Закирова. Вообще полная противоположная. Низко подсаженный. Профессионал. В таком полукрауче находится.
Ну, полукрауч, я объясняю для зрителей, это значит, когда ну, в полуприседе действует боксер. Снова жесткая всегда серия и уход. И ноги всегда готовы к взрыву. Синим углу ринга готовится к третьему раунду поединка. Мастер спорта России международного класса Вадим Кудряков, Республика Крым. Боксер 1994 года рождения. Из Симферополя. Боксом занимается 13 лет. Счет боя на ринге не ведет. Он двукратный чемпион России. Двукратный призер чемпионатов страны. Тренируется под руководством тренеров Воронкова, Вагнера и Сейтасманова. Первый тренер Виктор Дубин. Задние руки. Много не надо, Вадь. Снизу, сбоку. Покороче, поуже, вблизи. Не надо широко. Между рук стараться. Снизу, сбоку. Секунданты за ринг. И столкнул боковым ударом. Все. Старайся. Третий раунд. Бокс! На третий раунд выходят боксеры. Похоже, Закиров первые два забрал. Ну, очень на то похоже. Я, честно говоря, не увидел, чем Кудряков мог Кудряков противопоставить. Чем мог убедить судью? Да, такой вот работой. И против такой работы. Не изменяет своей манере Закиров Ахтем. Ну, надо встречать. На тебя идет соперник. Да не успевает, очень хорошо, просто смещается влево-вправо. И да? Мне кажется, что это такая неразрешимая сейчас задача, просто буквально для Кудрякова. Ну, не думаю я, конечно, что на пути к своим званиям и регалиям он не встречался с боксерами с подобной манерой, но, возможно, сейчас вот Закиров именно хорошо по скорости делает шаг на опережение. Все время удары Кудрякова попадают в блок. И тут же после блока мы видим, как Закиров забрасывает боковой гораздо более точный. Удар по корпусу хороший. Меняет все время этажи, да? Корпус, голова. Вот так. Еще сейчас видим лево-боковой на выходе. Снова лево-боковой. Все по блоку летит. Все удары летят по блоку от Кудрякова. Или мимо. Подустал, видно, Кудряков. Сейчас руки опускает, чтобы обзор себе как-то улучшить. Но Закиров тут как тут. Тут еще психологическая усталость такая. Да? Конечно, постоянное напряжение. Конечно. Постоянное напряжение. Максимально. И на секунду нельзя расслабиться. Когда это не помогает, ты мощный, серийный, быстро сокращает дистанцию. Действует, опять-таки, не в классической манере боксерской, любительской. Да. Очень сложный оппонент Закиров Ахтем. То есть по-настоящему вот, решить такую как задачу в ринге. С Егоровым очень интересно очень будет. Если победит, да. Ну, я думаю, победит. Осталось 30 секунд. Ну, нам тут видно, да, что выигрывает Закиров, как судьи решат вот, по-другому. Но сейчас просто великолепную серию проводит. Закиров снова попадает. Практически все удары у него доходят до цели. Кудряков одиночным джебом работает и тут же пропускает левый прямой. Причем какая рука сильнейшая? Да. Дышит уже. У Закирова непонятно, потому что он меняет стойки, меняет постоянно углы. И такое ощущение, что у него удар сломан. Да. Сейчас ждем концовку. Да, вот вам гонг. Очень интересно. Доволен. Кого доволен. Выберут победителями. Ну, на мой взгляд, это очень серьезная заявка на победителя. Да, безусловно. Но тут не может быть сомнений. Итак, судьи вынесли свой вердикт в этом поединке раздельным решением судей.
одержал победу и завоевал право участвовать в финале чемпионата России по боксу среди мужчин 2020 года. Весовой категории до 52 килограммов. Боксер красного угла. Ну что ж, Ахтем поздравляем Ахтема Закирова. С сильным решением, я, честно говоря, немножко смущен этим вердиктом. Но, как бы то ни было, финал должен быть очень интересным. Да? Два таких совершенно разных боксера. Приглашается экс-чемпион мира IBO в первом тяжелом весе. Олимпийский чемпион Пекина, заслуженный мастер спорта России Рахим Чахкиев. Рахим Чахкиев награждается бронзовой призёр Олимпийских игр Лондона, друзья. 2020 года весовой категории до 52 килограммов Вадим Кудряков. Лучший боксер в мире. Республика Крым. Под ваши аплодисменты, друзья. Замечательный боксер, замечательный человек Рахим. Прям так четко указал, где репортеры находятся, да? Ваши аплодисменты бронзовому призеру чемпионата и олимпийскому чемпиону Рахиму Чахкиеву. Ну вот, друзья, замечательный чемпион, замечательный финал. Да, предвкушаю. Да, Егоров Закиров. Это очень интересное противостояние стилей.